Саш, ну ты встречала делегатов в Москве в аэропорту. Расскажи вообще свои впечатления, потому что ты одна из первых встретилась вообще с участниками фестиваля. Да, я встречала два коллектива, потрясающий танцевальный коллектив Massage Action Machine и хор американского колледжа Riverside. Ну, было немного волнительно, конечно, поначалу, потому что в хоре оказалось 32 человека, во втором коллективе 10. Ну, там было, конечно, не без проблем, были некоторые сложности, кто-то там забыл билет, например, у кого-то был негабаритный багаж. В общем, ко второму дню пребывания весь первый этаж Домодедово сотрудники все знали, кто я, что за фестиваль у нас проходит и где. Вот. Да, но значит, в итоге все было хорошо, мы улетели все, и, ну, собственно говоря, вот здесь сейчас имеем возможность наблюдать происходящее. А какие вообще впечатления у тебя в фестивале и о работе, ну, в принципе, здесь? Пресс-центре. Ну, мне кажется, здесь такое очень активное место, и мне это нравится, на самом деле, эта атмосфера. И, ну, фестиваль это вообще видится как нечто такое действительно объединяющее многих людей, независимо от того, откуда они, какой национальности. И мне чувствуется это вот что-то действительно, музыка, то, что нас объединяет, наверное, и, ну, в какой-то смысле, наверное, делает людьми. Но вот это не надо, это вырежьте.